Всем добрый день. Я в Алании, в Большом Аланийском порту. Решила прогуляться по набережной. Погода чудесная. Тут такая вот большая стоянка кораблей. Очень живописный вид на гору Клеопатры. Там наверху крепость Клеопатры. И вот там впереди видно Красную башню, символ Алании. Очень классно. Куча корабликов. Вовсю продают туры. То есть можно не заморачиваться и в отеле у гидов тур не покупать. Можно просто здесь в порту приобрести тур. И это будет гораздо дешевле. Класс. Викинген. Какой здоровый корабль. Ой, там еще больше. Как будто обгорел, что ли. Ничего не понятно. Угу. Парусов нет. Странно. Вот такая вот красивая набережная. С водопадом. Главное море. Ты шикюри дерим? Эвет бильем. Тамам. Вот мне уже предложили купить тур. Но я на них каталась, на этих корабликах, уже раз 30, наверное, всех своих друзей возила на экскурсию. Очень классно. Вокруг Алании. Будете купаться в открытом море. Обед включен, трансфер включен. Там что-то ремонтируют. Очень красиво. Флажки какие-то повесили. То ли к празднику, то ли чего-то. Класс. Да, вот тут прям продают экскурсии.